Всем привет! У нас только сейчас, в июне месяце, начинает цвести сирень. Очень поздно в этом году. Белая зацвела первый раз в этом году. Молоденький кустик. Вот моя московская красавица. Вот так пахнет вообще просто, просто обалдеть. Красоточка моя. И прям ух. Так, а здесь у меня со странным названием, для нас, может быть, прибалтов не странное, ТТТ. Это была когда-то команда баскетболисток, и, наверное, селекционер в честь них назвал эту сирень. Она очень-очень крупная, и она еще как бы молоденькая. Но в питомнике, где я ее покупала, там она просто гигантская. Такая красоточка. Я не могу все объять ее. Так, красавица моя. И вот еще без названия. Но это вообще, она такая темная-темная. И очень хорошо цветет. Вот такой у нас июнь.